Собой красавец, а что не сделает, все у него смешно выходит, не так, как у людей. Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город по делу. Ну, нам теперь нечего беспокоиться. Иванушка будет в доме за хозяина. Только ты ему все построже накажи. Ладно, сейчас. Иванушка! Здесь я. Ну вот, Иванушка, мы в город едем. Ты останешься с детьми. Гляди за ними. Накорми их. А чем накормить-то? Возьми воды, муки, картошки. Покроши да свари. Будет похлебка. Ага, воды, похлебки, муки, картошки. Да не забудь, дверь стереги, чтоб дети в лес не убежали. Уехал мужик с женой. А Иванушка почесал в затылке, подумал немного, за что ему раньше браться, и полез на палате детей будить. Эй, эй, вставайте, нечего спать, я должен глядеть за вами. А, что? Слезайте, говорю. Чего на печи спать? Садитесь лучше на пол. Ну вот, я и гляжу за вами. Иванушка, а ты нам есть дашь? Есть. Это, кажется, тоже велено. Подождите, сейчас начну похлебку варить. Тащил Иванушка в избу катку воды, насыпал в нее полмешка муки, добавил меру картошки и давай все коромыслом помешивать. Ой, что он делает? Вот так. Сказывали... Покроши да свари. А кого крошить надо? Ой, он, пожалуй, нас искрошит. Бежим в лес. Бежим. Эй, куда же вы? Убежали. Надо посмотреть, что у меня в кадушке делается. Так, ну, все в порядке. Варись, похлебка, а я пойду за детьми глядеть. Да. А с дверью что я буду делать? Ведь убежит, если ее оставить. Придумал. Сниму ее с петель на плечо и айда в лес. Медведь навстречу топает. Эй, ты, зачем дерево в лес несешь? Это не дерево, это дверь. Дверь? Да, дверь. Хозяева мои ушли, велели дом стеречь, да за детьми глядеть. А дети взяли и в лес убежали. Иду вот их искать. А дверь я захватил, чтобы она не убегла, пока я хожу. Який ты дурачок. Вот я тебя сейчас съем за это. Ты лучше детей съешь, чтобы они в другой раз отца матери слушались. В лес не бегали. Ой, не могу. Ох, насмешил. Никогда такого глупого не видел. Ой, не могу. Ну, пойдем, я тебя жене своей покажу. Ой, не могу.
А где ты живешь? Известно где, в берлоге. В берлоге? А далеко ли твоя берлога? А то моя дверь в лесу плохо меж дерев проходит. Да брось ты ее. Нет, я своему слову верен. Обещал стеречь, так уж устерегу. Ну вот, пришли. Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привел. Смеха-то, а? Ой, и правда смешной какой. Ой, не могу. Тетя, а тетя, не видала ребятишек? Мои дома спят. Ну-ка покажи, не мои ли это? Глупый. Да ведь у тебя человечьи дети были, а эти? Ну да, разберешь их маленьких-то какие чьи. Вот забавный. Вовек такого не видала. Михаил Потапыч. А? Он такой смешной. Не станем его есть. Пусть он у нас в работниках поживет. Ладно, пусть. Хотя он и человек, да уж больно безобидный. Ты ему работу дай. Вот тебе лукошко. Пойди набери малин лесной. Детишки проснутся, я их вкусненьким угощу. О, это я могу. А вы дверь постерегите. Одна смехота. Пошел Иванушка в лесной малинник. Малину собирает. Сам с собой аукается. Старается своим новым хозяевам угодить и себя не забывает. Ау, Иванушка! Здесь я. Иванушка! Ау! Я здесь, здесь. Ой, сколько малины. Одну положу в рот, одну в лукошко. Нет, будто так. Две в рот, одну в лукошко. Ой, наелся. И лукошка полная. Пора назад к медведям. Эрика, клоки, божьи коровки, то ли дело муравьи, или я щелицы. Вот вам малина, получайте, а мне дверь отдавайте. Дети, сюда! Ну не толкайтесь, не толкайтесь, не все сразу, всем хватит. Смотри, Иванушка, как обрадовались. Эх, ма, жаль, что я не медведь. Ой, батюшки мои, да с ним жить нельзя, со смеху помрешь. Твоя правда, Михаил Потапыч. Михаил Потапыч, тетя Маша, вы тут постерегите дверь, а я пойду ребятишек искать. Не то хозяин задаст мне. Иди, иди, сердешный, Миша. Да ты помог ему. Надо помочь, уж очень он смешной. Ну, пошли, пошли. Хорошо тут у нас в лесу. Хорошо. Лучше, чем в деревне. Ох, и глупый же ты. А ты умный. Я-то? Ну да. Не знаю. И я не знаю. А ты злой? Нет, зачем? А по-моему, кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стал быть, мы с тобой не дураки будем. Ишь ты, как выел. Ой, вон дети-то под кустом спят. Видишь? Это твои, что ли? Не знаю. Надо спросить. Мои есть хотели. Эй, эй, проснитесь. Есть хотите? Давно хотим. Ну, значит, это и есть мои. Поведу их в деревню. А ты, дядь Миш, принеси, пожалуйста, дверь, а то мне самому некогда. Мне еще надо на похлебку варить. Ладно уж, ладно, принесу. Ну, идите, идите вперед. А я за вами в землю глядеть буду. Так мне ваша матушка наказала. Эх, и вот чудеса, жуки ловят зайца, под кустом сидит лиса, очень удивляется. Иванушка, Иванушка, мы пришли.
Дом, дом, здравствуй, дом. Только некуда постучаться. Дверь-то нету. Нету. Вошел Иванушка в избу и видит. Сидят хозяева на лавке, должно быть, недавно из города вернулись, и горько-горько плачут. Где же наши дедушки? Дом без дверей, нараспашку, в кадушке, не поймешь что. Мама, отец, вот мы. Это ведь нас Иванушка нашел. Милые мои, наконец-то. Ну вот, а ты плакала. Сам ревел белуга и видела. Иванушка, что это ты намесил в кадушке-то? В кадушке? Похлебку. Да разве так надо месить? А я почем знаю как. А дверь куда девалась? Сейчас. Сейчас ее принесут. Выглянули хозяева в окно, а по улице топает медведь, дверь тащит. Народ от него во все стороны шарахается, на крыши лезет, на деревья. Собаки со страху в плетнях завязли. Только один Иванушка храбро бежит ему навстречу, радуется. Ой, принес. Бери ее. Спасибо тебе, Михаил Потапович. Спасибо. Выручил. И помощи ждать им было неоткуда. Пошел однажды старик на реку рыбу ловить. Смотрит, попался в сети журавль. Бьется, рвется, выбраться не может. Ой, журавля поймал. Господи, зачем доброй птице пропадать? Помогу-ка я журавушке высвободиться из сетей. Сам-то ведь не сумеет. Вот. Так, теперь давай эту ногу. Вот эту ногу давай. Длинные они у тебя ноги-то. Ой. Ну, вот так. Спасибо тебе, старичок. Никогда твоей услуги не забуду. Пойдем ко мне домой. Я тебя отблагодарю. А далеко ли твой дом-то отсюда? Близко. Вон, видишь, то болотце. Там моя избушка стоит. Ну, ладно. Пошли-ка недалеко. Вот это моя избушка. Ты здесь подожди. Я сейчас вынесу мой подарок. Жду. Ой, быстро дошли. Ничего не скажешь. Ну, старичок, вот тебе подарок. Ой, скатерть. Да, скатерть. Как захочешь есть, пить. Разверни эту скатерку и скажи, напой, накорми, скатерочка, и все у тебя будет. Спасибо. Спасибо тебе, журавушка. Вот обрадуется моя старуха-то. Ну, прощай, журавль, прощай, не поминай лихо. Долго ли, коротко ли шел он, застигла его в пути темная ночь. Низги не видно. Только один огонек на 100 верст светится. Это в избе богатого мужика свеча горит.
Постучался старик. Пустите ночевать прохожего человека. Ночевать пустим, а угощения не проси. Ой, да мне не надо угощения. Что ты, у меня такая скатерть есть, что всегда и накормит, и напоит вдоволь. Да ну, покажи-ка. Да вот она чудесная. Напой, накорми, скатерочка. Ой, правда чудо. Никогда такого не видывал. Ой, батюшки, чего тут только нет. И варенье, и соленье, и пареное, и жареное, и вяленое. Вот, видишь? Вижу, вижу. Пусть только заснет, я ее тут и подменю. Ой, спать хочется, устал я. А ты ложись на лавку. У меня везде тепло. Уснул? А скатерку свою под голову положил. Ну и моя простая, точь-в-точь такая же. Он и не заметит. О, как крепко спит. Вот я ее сейчас потяну. Вот она у меня в руках. Ну, теперь спи. Спи. Я тоже пойду отдохну. Вытащил богатый мужик чудесную скатерть, а на место ее свою подложил. Простую. Утром старик снова отправился в путь и не заметил, что скатерть у него не та. Спешит домой, старуху свою хочет обрадовать, а старуха уже сидит на крыльце, его поджидает. Долг ты, старой, ходишь. И неужто с пустыми руками? Где ж рыба-то? Погоди, старуха. Я тебе такое покажу, что ты еще удивишься. Пошли в дом. Ну, пошли. Вот, старуха, вот. Теперь тебе не надо, старуха, хлебы месить, да щи варить. Да это как же? Очень просто. Нас эта скатерочка почивать будет. Вот сейчас я ее разверну и скажу. Напой, накорми, скатерочка. И ничего нет. Что же ты все брешешь? Обманул, видно, меня журавль. Пойду, скажу ему. Зачем обманывает? Журавушка. Я тут. Зачем пожаловаться, старичок? Плохую ты скатерочку мне дал, журавушка. Я принес ее домой, расстелил, сказал, напой, накорми скатерочка. А она лежит, как я ее положил, и пустая. Странно, ну не дури. Дам я тебе теперь баранчика. Этот баранчик непростой. Как скажешь ему, баранчик встряхнись, посыплется из него золото. Ой, спасибо, журавль, спасибо, журавушка. Вот ж обрадуется моя старуха. Заживем мы теперь богато. Спасибо, журавушка. И повел старик золотого баранчика домой. А дорога до дома длинная, до темно ни за что не дойти. И опять застигла старика в дороге
темная ночь. Только один огонек и есть на 100 верст. Это в избе богатого мужика свеча горит. Зашел старик в избу. Пустись переночевать, я немного мест займу. Входи, входи, коли ночь тебя в пути застала. Да я не один хозяин, со мной баранчик. А его на дворе оставь. И не могу. Этот баранчик непростой, он золото дает. Не может этого быть. А вот может. Сейчас сам увидишь, давай рогожу. Вот, теперь его сюда остановь. А ну, баранчик, встряхнись. Ложись, старичок, спать. Вот, а я тем временем, пока ты спишь, твоего золотого баранчика на моего простого поменяю. Уложил богатый мужик старика спать и спрятал золотого баранчика. А на его место своего такого же поставил. Поди, узнай. Утром старик распрощался с хозяином и пошел домой. Спешит по дороге, хочет старуху скорее обрадовать, а старуха уже сидит на крыльце, его поджидает. Ну, здравствуй, старуха, здравствуй. Теперь у нас с тобой все переменится, заживем богато. Да ты что, спятил? Откуда же мы богатство возьмем? А вот этот баранчик даст. Болтаешь ты все, баранчик как баранчик. Какое от него богатство? А ну-ка, расстели на полу рогожу, сейчас увидишь. Баранчик, встряхнись. Встряхнулся твой баранчик, и ничего нет. Ах, баранчик, встряхнись. Опять обманул меня журавль. Пойду к нему. Хоть за обман попеняю. Зачем опять пришел? Старичок? Да вот, все твои подарки плохие, никакого проку в них нет. Скатерть обманная, баранчик обманный, зря только таскал их домой. Старуха надо мной смеется. А не заходил ли ты к кому по дороге? Заходил, был дело, к одному богатому мужику заходил. А ты не хвастал ли перед ним моими подарками? Было. Хвастал. Что же мне с тобой делать? Ну ладно, дам я тебе последний подарок. Он тебе и ума придаст, и прежние мои подарки вернет. Возьми вот это. Сумка. Да. С ума. Возьми да скажи. 40 из сумы. Попробую. 40 из сумы. Ой, 40 молодцов. Не успел сказать, выскочили из сумы 40 молодцов с дубинками и до старика. Такое тут началось. Ой, 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 что же делать-то? Ой, ой, а ну, 40 в сумму, 40 в сумму. Ой, 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 послушные, опять в сумку спрятались.
Понял я, журавушка, понял, зачем ты мне это подарил. Ой! Поблагодарил старик журавля, взял сумму и пустился в дорогу. Как только стемнело, пришел он к богатому мужику на ночлег. А тот встретил его как дорогого гостя. Еще бы! Был мужик богат, да с чудо-скатертью и золотым баранчиком стал еще богаче. А, заходи, заходи. Чего нового скажешь? Куда мне эту сумму положить? Да ты ее брось в порога. Уж больно она обтрепанная. Не могу, непростая сумма, она всякие просьбы исполняет. Надо только сказать 40 из суммы. Ну, тогда повесь ее на гвоздик, ничего ей не сделается. Только засни, я ее сам попробую, посмотрю, какая она волшебная. Уснул, пора. Так, 40 из суммы. Пожалейте, пожалейте. Дедушка, дедушка, проснись скорее, дедушка, помоги. Ой. А ты скажи, кто мою скатерочку подменил? Не знаю я. А не знаешь, так и помощи у меня не проси. Я подменил. Отдам ее, только спаси. А скажи, кто моего баранчика подменил? Баранчик отдам, только живым останусь. А ты больше обманывать людей не будешь? Не буду. Ладно, поверь тебе. Сора, сумму! Ой. Вот, возьми скатерть свою. И баранчика, ой. Взял старик свою скатерть из золотого баранчика, скатерть в сумму положил, а баранчик повел рядом и зашагал домой. Легка старику дорога с журавлевыми подарками, несут его ноги весело. Пришел он домой и стал со своей старухой жить-поживать, всех кормить, угощать, к столу с яствами приглашать, и я у него был. Мед пиво пил, по губам текло, а в рот не попало.